Всем привет! Сегодня у нас небольшая вот такая вот посылка, и одна, и будет коротенький ролик. Это машинка из магазина Rose Gal. Это, если помните, если вы давно подписчики мои, в нашем телеграм-канале China Goodbye был опубликован купон в магазине Rose Gal на скидку в $12, и можно было любой товар закинуть в корзину, применить этот купон, и он становился дешевле на $12. Я купил вот эту машинку, она обошлась мне в 1 цент. И потом, естественно, магазин опомнился, это была ошибка, и кому-то отменили товары, кому-то не отменили, то есть кому-то прислали письма, что выберите, либо доплатите $5, либо, ну, якобы мы понимаем нашу ошибку и так далее, то есть доплатите $5, и мы вам вышлем этот товар, и некоторым даже после оплаты $5 все равно возвращали в итоге эти $5 и товар не отправляли, то есть вот такая вот ситуация была, но много людей все-таки получило свои заказы, то есть если они небольшие были, и вот у меня одна машинка, она шла, получается, около 90 дней. Давайте на нее посмотрим, какая машинка у меня уже есть, она была уже у меня в обзорах. Давайте посмотрим вообще, как это выглядит с Rose Gal. Ага, вот такое она, получается, больше ничего в пакете нету, давайте посмотрим. У меня есть такая машинка, была уже, одну уже ребенок убил. Она упакована вот такую вот сеточку, как бумага вот эту, которая оберточная бумага, которую посылки упаковывают. Вот такая вот пластиковая, вот здесь обломан кусок. Давайте покажу вот так поближе. Обломан кусок. Но его внутри, в коробке, в пакете его нету. Ага, есть. Все-таки обломила его, получается, почта. Я думал, нет его. Давайте посмотрим эти два кусочка. Не совсем аккуратно доставляла почта ее. Немножко побуцала. Вот, я думал, может, положили уже такой обломанный. За 1 цент. Давайте открывать. Так. Машинка классная, работают они все на одной частоте, как уже там выяснилось в группе в Телеграме. Погонять там такими машинками, если их в ряд выстроить, они все будут управляться одним пультом. Поэтому погонять их там на перегонки не особо, ну, получится. Говорят, можно изменить частоту, сложный процесс. Видеоролики об этом есть. Вот такие вот шашечки. Тут еще какая-то кусочек пластмасски. Видать, от пульта отломилось где-то. Все сделано дешево, но мне эта машинка нравится. И вот ребенок у меня сломал вот так вот в этом месте антенку. И после этого, после того, как он обломил антенку, машинка стала управляться хуже. Но я добавил кусочек меди. Вот буквально вот такой вот кусочек медной проволоки вставил. И машинка начала работать. Вот, заряжается она от пульта, то есть вот здесь вкручивается, так, немножко криво сделано, то есть не так-то просто его вкрутить сюда, эту антенку, потому что металлическая штука, она кривовата. Но учитывая то, что это, считай, подарок за 1 цент, вот машинка снимается вот так, есть балансировка колес, резинка снялась с колеса, передние колеса маленькие, задние побольше. У меня в машинке, в моем экземпляре, одинаковая. Плюс эта машинка еще, если вы куда-нибудь под диван заедете, наматывается волосы, нужно будет вот здесь счищать, потому что она перестает ездить. Давайте найдем батарейки, вставим и попробуем. Питается от 2 АА батареек, такое есть и на Rose Gal, и на Gamis, то есть я свои уже, наверное, год или полтора года назад покупал, они, по-моему, что-то около $4, наверное, продаются, вот. Вот здесь открывается отсек, достается вот такой вот шнурочек. Кстати, не очень удобно это, потому что ребенок, допустим, пытается все время вот так закрыть, да, и можно переломить проводок, и чтобы аккуратно, его нужно вначале, то есть запихнуть его тут с проводом как-то невозможно, и нужно аккуратно его просовывать. Вот, чтобы сюда воткнуть, а потом, то есть вначале кабель засунуть, потом, ну, в общем, у детей не всегда такое получается, и в итоге это обламывается штучка. Вот, давайте ж мы ее доставали специально. Проверяем. Так, где, вот, промахнулся немножко.
Вот, и никакой у меня на старой машинке, ага, все, все отлично, пошла зарядка, и потом она просто тухнет, когда машинка заряжена. 3 минутки он зарядится немножко, и мы включим, посмотрим, а я пока уберу площадку. В общем, позаряжал я 3 минутки, думаю, достаточно будет для того, чтобы проверить. Включаем ее, и давайте попробуем. Да, но вяленько едет, конечно, потому что нужно подзарядить. Ну, ой, и как у всех машинок этих, когда назад нажимаешь, срабатывает только один стопак. Давайте, видите, ну там можно разобрать их и сделать, как бы, чтобы два было. Вот фары две работают, а стопак один. И вот я так понял, что у всех, у кого кто не приходит, то отзывы не лепит, у всех работает один стопак. Фары две, но машинка выглядит круто, конечно. Фары включила вообще. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!